Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артём Плотников, и сервер Premier Game. И мы начинаем нашу очередную серию игры на данном сервере. Но сегодня мы чуть-чуть отойдем от сюжета, потому что я для вас приготовил самое все интересное. Я могу просто идти и смотреть вдаль, а могу идти и смотреть себе под ноги. Я могу просто нести мешок на склад, а могу нести и разглядывать крупинки внутри мешка. Дорогие друзья, а все это потому, что у меня появилась новая возможность опробовать новый вид игры первым. Поехали! Дорогие друзья, как я уже и сказал, сейчас мы будем опробовать новый вид игры, ощутим его по-новому. Да, я уже, кстати, начинаю привыкать к такому режиму игры и начинаешь уже погружаться более точно в суть и как вам даже объяснить, я даже не знаю, потому что эмоции переполняют, вот, и все достаточно так красиво и красочно сделано, и все вообще по высшему разряду, и сейчас вы этому убедитесь сами. Ну вот, дорогие друзья, я и сел в свою пятнашечку, в свой бункер, и, впрочем, я даже днем не могу на ней ездить, потому что я ни хрена не вижу, собственно. Ну, давайте хотя бы салончик рассмотрим. В принципе, стандартный салончик, все видно, вот, даже жопу я свою могу посмотреть. Вот, пассажира, все везде кругом видно, дорогие друзья. Вот, все отлично прорисовано. Также мы можем выглянуть из окна и показать кому-нибудь фак. Вот, и залезть обратно в бункер, чтобы нас не нашли и не увидели. Вот, дорогие друзья, в принципе, салончик машинки мы рассмотрели. Вот, и сейчас мы отправимся на следующее обозрение какой-нибудь такой прям офигенной штучки, дорогие друзья. Поехали! Самое главное, это, конечно же, дорогие друзья, вкусно пожрать. Так, вот мы зашли, и сейчас мы что-нибудь поедим с вами. Так, давай. Все, молодец. Ну и напиток с собой возьмем. Сейчас попьем по дороге. Вот. Так. Ну и отправляемся дальше в наше путешествие, пока что на велосипеде. Сейчас, дорогие друзья, мы купим себе новый автомобиль, чтобы покорять этот город, а то с закатанным лбом мы даже с места не сдвинемся, дорогие друзья. Дорогие друзья, здесь у нас тяжелая авария на мосту. Собралось много народу. Два отряда ДПС. Давайте взглянем, что там вообще у нас происходит. Так, тут допрос идет. Чувак, ты как вообще? Да. Ох, сбили, ё-моё. Так, надо валить, короче, быстрее отсюда, пока нам по щам не надавали. Так, это мой лесик, Вася. Все, валим, валим, валим отсюда, быстро валим. А, мы только что отсюда приехали. Быстро, скорая, сбили, фак. Фак. Нет, нет, нет. Где, где, где? Быстрее, быстрее, друг мой. Валим отсюда вон нафиг. Воу-воу. Опасность, опасность, опасность. Бам-барам-пам-пам-папам. Га! ОМОН. Чпоньк. Тык. Давай, давай. А чё у тебя закрыто-то? Отворяй. Ну, красавчик. Во, это я понимаю. Да, братан. Все просто офигенно. Куда ты меня только везешь, я так и не понял. Дайте поцелую тебя. О. Так, ты чё, братан? Брат, ты чё, брат? Я не буду, брат.
Помогите. Братан, прекращай. Поехали. Ага. Мы, короче, с ним договорились. Короче, сейчас у меня до новостей это довезет все-таки. Мы шпарим как угорелые, короче, с Диманом. Вот. Короче, фигачим, все нормально. Вот. А еще хотел бы я сказать, что сегодня, дорогие друзья, сервер побил рекорд онлайна в 250 человек. И сейчас даже на сервере 259 человек. 260 онлайн с каждой минутой все растет и растет. Вот. Еще бы мне бы хотелось поздравить милых дам, которые у нас имеются на сервере. Я знаю, что они имеются. Вот, я даже с одной из них общался в скайпе уже, если вы помните первый сезон. Вот, я вас поздравляю с вашим женским днем. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, любви и всего самого офигенного. Вот, ну а мы продолжаем нашу езду с Димоном. Димон, да, дави их нафиг, Димон. Давай, поперли. Дорогие друзья, а я тем самым временем нашел себе... Воу-воу-воу, продавца на новый автомобиль. Вот, и я себе куплю вот эту вот ракету сейчас за не очень малую сумму, если, конечно, она не разобьет до конца. Вот, в принципе, вроде бы неплохой автомобиль, только чувачок какой-то странненький. Вот, белый, но мы потом его перекрасим в голубой все-таки. Да, мы продолжаем, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, решил я все-таки взять себе Mitsubishi Lancer Evolution. Вот, вышло мне это в очень круглую сумму, я вам скажу, дорогие друзья. Да, удовольствие дорогого стоит. Но я рад, что купил себе данный автомобиль, потому что он офигеть какой крутой, дорогие друзья. И сейчас мы будем тестировать его изнутри, дорогие друзья. Можно выключить свет, появится тонировка. Включаем свет, тонировка пропадает, дорогие друзья. Вот, ну мы будем со светом. И сейчас мы накрутим парочку пятачков и посмотрим, как же это происходит-то все в режиме таком вот. Воу-воу-воу-воу. Давай, 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 наваливаем. Вон оно что, дорогие друзья. Вон оно. Вон оно как могу. Вон оно. Дэй. Вон оно. Блин. Ладно. Боком-то так и валим. Красота, да? Вот, дорогие друзья. Ну и давайте-ка сразу же посмотрим так на внутренности нашего автомобиля, так сказать. Капот с багажничком сейчас мы откроем и посмотрим. Так, тут все понятно. Ну и тут все понятно. Посмотрели, да, дорогие друзья? Вот. И сейчас мы отправимся в спортивный зал для того, чтобы посмотреть и оценить, как же будет все-таки погрушек-то мы как будем долбить. Вот. А потом в часть отправимся, потому что мой увольнительный уже скоро кончается. Вот. И постреляем немножко в тире. Дорогие друзья, ну и все, отправляемся. Сейчас мы сделаем вот типа что-то мы крутое сейчас тут сделаем. На самом деле мы просто развернемся и поедем в спортивный зал. Все, давайте, до встречи. Бамбалейла, бамбалейла. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Тьпоньк. Вау. Как же хорошо трениться, когда здесь никого нет. Да, братан? Здорово, брат. Здорово, братан. С айфоном. Красавчик. Так, ладно. Все, я хочу тренироваться, да. Так. Форму я взял. Ха! Ха! Ба-ба! Не-не-не, надо ручками только работать. Ба-ба! Ба-ба-ба! Вау, бум-бум. Иди сюда, иди сюда. За Русь, за матушку, я вам нафиг...
О, меня груша ударила. Ах ты скотина, иди сюда. Давай последнюю десяточку. Я уложу ее на лопатки. Сколько еще там можно бить? Ладно, дорогие друзья, все, я уже сдыхаю, короче. Пора, короче, заканчивать. Вот, пойдем там, может, протеинчику сейчас бахнем в магазине спортивном. Так, бита, ну да, чё, бита только и продается в спортивном магазине. Все, давай, заканчиваем тренировку. Сегодня душ здесь не работает, придется, короче, фигачить, мыться на пляж, пока погода позволяет. Вот, поэтому мы садимся. Чё за говно разбило мою машину? Уроды. Поэтому, короче, мы садимся в тачку и едем на пляж, купаться будем. Вот. Все, встретимся там. По дороге братана встретил, сейчас починит, я так думаю. Давай. Давай. Ого-го. Тут прям четко все так. Заехал, короче, я в Днищево, починил себе машину. Вон, чувак аж уехал, капот отлетел у него. Хотя ему дал всего 450 рублей, что ли. Ну вот, а мы, дорогие друзья, скользим по говну в Днищево. И уже приехали, в общем-то, на пляж. Пешком я туда не пойду, поэтому будем нарушать. Мы просто берем и въезжаем, короче, да, на пляж. Прям, короче, на пляж. Прям, да, вот так. Глушим машинку, влазим. Так, поворотник. Ладно, пусть горит. Ничего страшного не будет. И плавать. У-у-у. Да, неплохо. Вообще неплохо. Ну, в принципе, да, нормально. Так. Ныряем, короче, да. Прикольно, да? Во! Сейчас надо воздуха глотнуть. Все, глотнул. Можем нырять. Иди сюда, морской житель. Рыбешки. Че, такой страшный, да? Ну ладно. Так. Нет, я вас достану все-таки. Идите сюда. Запутался. Помираю. Спасите, помогите. Съел кто-то. Кто-то ест меня. Меня кто-то ест. Меня ест кто-то. Уходим отсюда нафиг. Быстрее в тачку, в тачку, в тачку. Валим, валим. Дыши, все, валим отсюда нафиг. Быстро, быстро, быстро. Валим, валим. Быстро, быстрее. В часть надо валить, в тир пострелять и ехать домой спать. Рыбчинка от меня, ловите вы червя. Все. Садись быстрее. Все. Да выключай. Все. Все, заводи быстрее. Давай, давай же. Все, дорогие друзья, встретимся в части. Короче, меня тут сейчас чуть не съели. Короче, заезжаем в часть, как крутые шишки, в общем, да? Короче, бежим в часть, сейчас постреляем. Так, тебе что надо? Иди в жопу. Иди в жопу, говорю. Короче, кореша, ну не мог я не прокатиться на УАЗичке-то, а? Ох, в полном приводе мощь-то какая, ё-моё! Уху-ху! Так, короче, идем получать одежду. Так, униформу, короче, одел. Короче, я в каске на. Нормально все. Все, жив-здоров на. Сейчас все будет. Идем, короче, получать автомат. Так, иди сюда. Ха-ха-ха-ха. Уроды. Пьяный дядя Вася, где бутылка? Бутыль моя где?
Че, нормально, все нормально, нормально так. Все, зашибись. Нормально. Так. Ну, проверили, теперь мы можем так-то и этот. Домой, короче, ехать, все. Пора закругляться с этой такой обозревательной серией. Нового такого мода, который скоро выйдет. И, кстати, да. Если вы хотите, чтобы... Нет, не так, не так. Если вы хотите данный мод себе побыстрее, чтобы он у вас был одним из первых человек, людей, который будет пользоваться данным модом и играть с ним. Даже это не мод, я бы сказал, я даже не скажу, что это такое, потому что меня повесят за яйца потом один человечек. Да, вы все знаете, это Леня. Вот. Если вы хотите одним из первых получить данный вид, вот так вот, да, данный вид, чайка летит, вот, то когда видео на Ютубе вот это вот самое наберет 25 лайков, я дам вам, точнее не я, а Леня даст вам это самое видео, точнее, какое видео, этот самый вид, вот, и вы будете гонять с ним, радоваться жизни, и вообще все у вас будет чики-пуки. Короче, да, вы увидели, какой он офигенный, и да, какой он офигенный, этого, пожалуй, достаточно, чтобы понять, что вы хотите этот мод себе, потому что он реально офигенный. Вот. Тут у него еще есть настроечки. Короче, я в пробке стоять не буду. Пусть Том Хам меня поймает, повесит за яйца, но я там стоять не буду и ждать, пока бомж какой-то поднимется. Я привык валить. Вот. Поэтому, дорогие друзья, набираем 25 лайков, пишем Лене, Леня вас посылает нахрен, и все радуются. Также подписываемся на канал, скоро будет уже нормальная серия, дальше продолжение сюжета, это такое обозрение мода было. Вот. А с вами был Артем Плотников, игровой канал Escape TV. Игровой канал, да, он самый, просто обгонял копейдосы, прям так экстремально все было. Вот. Также с вами был игровой сервер Premier Game. Вот. Да, светофор, какой не вижу, зеленый, вот, разбитая Lancer Revolution, и да, ну давайте, дорогие друзья, всем мир, удачи, пока, бубликов, чаек и побольше патронов в автомате Калашникове. Все, дорогие друзья, валю боком, как могу, короче, вот, не судите строго, кто поставит дизлайк, у того минус 1 сантиметр пиписьки, вот, а я дальше разбиваю свой Lancer, вот, дорогие друзья, ну ничего, я просто пьяный. Вот, короче, заканчиваем. Я, короче, дома. Все, всем пока и удачи.